Тебе вся сила, Иисус. В Тебе есть сила воскрешать. В Тебе есть сила исцелять, Господь. В Тебе есть сила пробуждать, Господь, к жизни. Его имя Иисус.
все творение, Господь, склоняется пред Тобой, Господь. Пусть каждое колено склонится пред Тобой, Господь. Пусть каждый человек услышит о Тебе, Господь. Ты великий царь, великий князь, наш великий советник.
Господь. Благодарю Тебя за каждого человека, который стоит сегодня на этом месте, за то, что Ты привел каждого из нас сейчас сюда, Господь, чтобы что-то сказать, Господь, нам, чтобы посадить какой-то плод в почву нашего сердца, Господь. Просим Тебя, чтобы эти зерна не произрастали, Господь. Просим Тебя, чтобы Ты благословил сейчас слово, Господь, чтобы Ты благословил проповедующего, Господь. Пусть всегда будет на нем Твое помазание, Иисус. Благодарим Тебя за все. Слава Тебе и аминь.